Лето – отличное время для занятий спортом на свежем воздухе. Так в Люберцах прошла тренировка по тайскому боксу. В Центральном парке округа собралось более 40 спортсменов разных возрастов. После разминки боксеры приступили к спаррингам. Поприветствовал спортсменов и надел перчатки глава округа Владимир Ружицкий. Город Люберцы – город спорта. Мы говорим, что территория спорта – это тоже правда, это факт. Поэтому я сегодня, ребята, всем хотел бы пожелать спортивных достижений, успехов. Занимайтесь спортом, продвигайте вот этот образ жизни, здоровый образ жизни. Открытые тренировки проходят по всему Подмосковью. В августе в рамках проекта «Старший брат» партия «Единая Россия» также проведет занятия по кикбоксингу и общей физической подготовке.